Бесконечностью это не число. Это понятие, которое представляет собой нечто безграничное, не имеющее конца. Когда мы пытаемся вычесть одну бесконечность из другой, мы фактически пытаемся вычесть неопределенное количество из другого неопределенного количества. Это приводит к неопределенности. Давайте рассмотрим простую аналогию. Представьте себе бесконечность как мешок с шариками. Если у нас есть два мешка с шариками, каждый из которых содержит бесконечное количество, вычитание одного мешка из другого не обязательно приведет к пустому мешку. У нас все еще может остаться бесконечное количество шариков. В математике выражение «бесконечность минус бесконечность» является неопределенным, потому что оно может принимать разные значения в зависимости от контекста или способа определения бесконечностей. Например, бесконечность минус бесконечность равна нулю, если обе бесконечности приближаются друг к другу с одинаковой скоростью. Бесконечность минус бесконечность равна бесконечности, если одна бесконечность растет быстрее другой. Бесконечность минус бесконечность равна минус бесконечности, если одна бесконечность уменьшается быстрее другой. Таким образом, без дополнительной информации о контексте невозможно точно сказать, чему равна бесконечность минус бесконечность.